Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в данном видеоролике мы играем в CS 1.6 на сервере PvP Мясной Сервачок. Да! Один сервер есть, да? И сегодня мы будем играть в команду Delay за команду КТ. Как неожиданно, да? Не правда ли? Это так неожиданно. В общем, мы играем сегодня за команду V-Lane, и сегодня мы просто делать так, чтобы они не так слили. Реально будем как-то сливать по-другому. Да, сейчас посмотрим как. Так, здесь побежит. Давай, давай, стреляй. Так, видите, как они такие? Поэтому я выбрал другую команду, потому что наша команда постоянно тащит. Поэтому я зашел за команду, которая, ну, не тащит вообще. Заметьте, я сказал вообще не тащит. Сегодня я буду показывать мастер-класс по игре в Counter-Strike 1.6, чтобы затащила команда. Сама команда, заметьте. Сид по 2.8 меня убила, охренеть, да ладно. Так. О, нифига нонейм тащит всех. Ну, он не знаю. Да, хорошо он тащит, я не знаю, мне кажется, это даже нонаимщик какой-то, ВХшник или аимщик точно. Потому что очень даже странно он играет. Я впервые вообще вижу. За тактика какая-то, я не понимаю. Тактика, блин. Так, берем мы. Что мы берем? Зачем я это делал? А, кстати, да, надо проверить. А что будет здесь сыграть с этой штукой? Если так подумать, то это Скар 20, и мы с него, наверное, будем тащить, в общем, да. Раз вышел. Вот. Как он меня убил-то, я не понимаю. О, молодцы, давайте. Давайте, давайте, мы сможем. Да, мастер-класс мой хороший. Они, смотрите, всех прям убили. Так. Ну и чё? Вообще, чё дальше? Так. Так, ну давай. Я думаю, ты сможешь. Подпишитесь на мой канал на бас, пожалуйста. Я жду. Да. Пока что не начался. Сверните видосик, пожалуйста. На мой канал на бас. Да. Подпишитесь, пожалуйста. Вот. Вот так вот как-то. Так, наконец я возьму. Да блин, вот, да. Наша АВП. В прошлом видеоролике были тоже с АВП, и я решил, почему бы и нет, почему бы не взять АВП. Должны выйти отсюда. Если только они не там все пошли. Это было бы очень даже. Так. Ой, я. Вообще никак не могу никого убить, охренеть. Как так? Волшебная у них, конечно, команда. Постоянно тащит. Что бы ни делал бы я, все равно не тащит. Хоть играем сейчас вообще 6 на 5. Вообще охрененно. Конечно, играем. И давай, тащи. Смог тащи. Давай, 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 давай. Чего ты не можешь сделать простую вещь? Убить его? Да ладно. Хоть я не могу это сделать. Ну ладно. Так. Побежали.
Тихо, сейчас выйду. Опа. Выходим. Да, никого не убиваем. Владимира убиваем. Которого ВПшник. Ну это пофиг на него как-то. Злой. Да ладно. Ну зато его ранил. Надеюсь, это как-то поможет команде. Да. Смог убил его с пистолета. Это уже хоть что-то. Прогресс какой-то вроде есть. Так, что-то взял он его. Так, Россия 28 тащит, блин. Бежит с ножом? Нет! Нет, зачем ты это делаешь? Сливает команду специально. Вору тащит. Молодец. За наш так. Так. Так, ну и что? Так. Да нет, но она очень даже хорошо играет. Его, наверное, не победить. Да, я попытаюсь все-таки. Как? А, даже закупа уже нет. Закупа-то нет, смотрите. Нет закупа, просто. Все, $80 и все. Все, я слил. Все. Других слов нет. Просто смотри, снимает вообще, как будто играть. Всё, они выходят, они все убивают. Эти геймсы. Охренеть. О, как? О, давай, тащи, тащи, тащи его. Тащи. Тащи. Где это? Ну, конечно, этого ничего не будет. Но он всегда тащит. Все, с Фамусом теперь играем. Хотя они все закупились нормально. Почему я с Фамусом? Так. О, здесь есть, кстати, разные эти. Тихо. Так. Так. Вот как так-то? Я слил, блин, ёп! Это нереально. Давай, давай, команд. Мы никого еще не убили. О! Хоть что-то мне дали? Круто. Давайте попробуем, я не знаю, там эти что ли. Не, давайте все-таки как идти, так и идти. Я думаю, это как-то нам все-таки поможет. О! Я его слил! В хедшот! Меня слепанули, а я его убил. Тихо. Че, все за мной пошли-то, блин, эй! Играешь, что не умеете? Бля, пошли за мной, как за босса, блядь. Двое, трое. Че за мной? Тихо, 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 тихо. Тихо, блин! О, молодец, давай кома. Молодцы, затащили мы. Вот это было реально интересно. Впервые, наверное, я с командой нубов вообще затащил. Хотя это не впервые. Вот это щитом меня вот бесит, чел. Гранаты берет, щит берет. Ёлп, мог бы просто М-ку взять хотя бы. После СМ-ки. Пошли дальше. Не ранен.
О, сам себя взорвал уже, все. Заиграли что-то, ребята. Взорвал гранатой. Молодец вообще. Тихо, хватит мне патронов. Хватило. Дальше идем. А, нету, 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 нету. Тихо. Давай, давай, давай. Ты что, не русский, что ли? Давай, я доминирую. Вот и все. Проблем там вообще ноль. И так трудно сделать дело. Так. Ладно. Уже начали как-то тащить. Хоть чуть-чуть, но тащим. Уже хоть как-то. Уже два раунда подряд тащим. Магия от них ушла. О, молодцы. Прикрывайте. Чё, прикрыть меня не можешь? Завалил я. Всё. Тихо. Кемпер, кемпер, кемпер. Он вернется, я уверен. Нет, не вернешься. Ах ты, не вернешься. Был вернулся, чтобы я его круто убил. Но ты не вернулся. И поэтому. Ты остался там? Ладно. Так. Ладно. Так. Да, правильно, бежите. О, двоих, хочу. Офигенно. Так, бомбы здесь, значит, они все подойдут здесь. Давайте кемперить. Так, его убил. Ну и нашего убили. Ну, вар, ладно. Вар это... Хотя важен каждый игрок, но... Он как бы вообще не играет. Молодцы! Третий раунд подряд мы тащим, охренеть. Или даже четвертый уже, я сейчас. Но мы круто тащим, смотрите, вообще, идеально. Вот. Если мы проиграем, то это будет, конечно, очень обидно. Прям ровно там идем, блин, вообще тащим, 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 тащим. Тащим, тащим, тащим. Давайте, давайте, команды, давайте, все соберемся. Выиграем эту команду. Я понимаю, я за них тащил, но от них магия ушла. Все. Мы теперь будем тащить круто. Я солью, конечно. Это будет обидно. Так. Так. Опа. Слился. Че, ребят, где он? Он там должен быть, на базе. Нет никого. Прям ровно. Вот, короче, вот так я вам скажу, ребят. Как только мы проиграем, то сразу я заканчиваю этот видеоролик. Но пока что мы тащим. И так уж хорошо мы тащим. Поэтому будем тащить дальше. Агрессию 228 убил. Так. Так. Окей. Ладно, окей. Окей. Нет! Я слился, блин! Но нет, мы не проиграли. Мы не проиграли еще. Как только мы проиграем, а мы когда-нибудь, ну, проиграем, ну, вы понимаете. Все равно как-то мы должны проиграть. Нет! Сейчас мы точно не проиграем. А потом, может, проиграем. Когда-нибудь. И тогда я закончу видеоролик, ребят. Это так. Так. Пока что мы все раунды тащим. Да, я проиграл, но... Мы тащим. У нас ни одного проигранного раунда. Ровно. 6 раундов уже тащим. Или 5. 6. Или 7. Пусть будет.
будет 6. 6 раундов мы просто тащим и тащим. Подряд прям все. Это довольно-таки круто. А, зафлешили немного, ну ладно. Бежим дальше. Да, ты взорвал сам себя. Ох, ребят. Ну сюда, давайте, ну, вперед. Давай, 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 ну. Идем, идем, идем. Все на А идем. Да ладно? Давайте бомбу, бомбу, пожалуйста. Ребятки, вы сможете. Пожалуйста, смоук, пожалуйста, нормально. Есть! Мы тащим! 7-й раунд, а мы тащим! Есть! Это охренительно! Неужели мы затащим? Неужели я как-то их хотя бы научил играть? Пока что мы тащим, мы будем тащить и тащить. Мы тащим вообще идеально. Вы только посмотрите. Так. Тихо, 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 тихо. Не все на, а пошли. Что, за мной что ли бежите все, все? Такой звук, как будто вся команда за мной бежит. Но это не так. Опа. Нет! Опа, мы опять выиграли 8 раундов подряд, ребят. 27-67 счет. Если так подумать, то возможно, если мы будем правильно тащить, а мы будем правильно тащить, то мы довольно-таки выиграем, потому что команда на самом деле не очень так и нубская, и играть она довольно-таки умеет, поэтому будем смотреть, как она вообще будет играть. Если почему-то уже никто не идет, странно. Ай, как так-то? Ребята, тащите, не успеете. Нет, почему-то все. Потому что вы не выиграете. Хотя нет! Давай, тащи! Чел, тащи, пожалуйста, я тебя прошу. Пожалуйста, затащи, я хочу 9 раундов подряд. Пожалуйста. Да и вы, наверное, хотите, вы даже давно не тащили. Давайте. Один снайпер, молодец, давай. Ты его сольешь. Мы все равно по любе вообще выиграли. Давай, ты сможешь. Давай, считай. Нет. Давай, давай, давай. Так. Окей. Взял бомбу, смотрите, побежал. Так. И что он будет делать? Значит, смотрите. Подбегает. Пожалуйста, не слейте. Пожалуйста. Есть! 9 раундов подряд! Есть! Мы тащим! Как только мы не затащим, в какой-то момент мы все-таки проиграем, тогда и закончится наш видеоролик, да. Это офигенно! 9 раундов подряд! В нубской команде 9 раундов подряд мы тащим. Охренеть! Впервые такое вижу вообще. Охренеть! Вот смотрите, сразу. Молодцы, давайте тащите дальше. Кто-нибудь еще? Тихо! Блин, нет. Тихо. Вот нельзя сразу. Все. 10 раундов подряд. Понимаете? 10 раундов подряд мы выигрываем. Вы не поверите, но 10 раундов подряд, если они пол игры не тащили, то тут уже 30-й раунд какой идет. Мы все тащим. 10 раундов подряд мы выиграли, понимаете? 10 раундов. 10. Это не просто. Это не 3 раунда, не 5, а 10 уже раундов подряд мы выиграли. Да, это круто. Так. Ах ты, блин! Так. Так. А, так. Окей. Здесь уже да, какие-то эти звонят. Так. Так. Блин, я не слил. Нет, я не должен слить.
Это будет неправильно. Я обдёрся. Да. Снимайте-то, снимальщик, эй! Слейте! Только попробуйте слить. Только попробуйте слить, ребят. Так, да задолбал мне этот звонить какой-то этот. Один из моих друзей достал, конечно. Так. Ладно. 11 раундов подряд мы тащим. Охрененно. Впервые я такое вообще вижу. Это вот... Охренеть. Это 11 раундов подряд. Вот. Представьте, но это подряд. Серьезно, это подряд. Понимаете, 11 раундов подряд. Охренеть. Просто охренеть. Идем дальше. Так. Давай. Нет. Нет, не слейте, пожалуйста. Не сольете, да? Не, они не сольют точно. А, давай! Опа! Чё? Ты вообще как играть, что ли? Давай, пожалуйста. Ну! Чё так долго? Ну! Ты вообще что делаешь? Есть! Есть! Он даже его убил! 12 раундов! Охренеть! Осталось, ребят, осталось чуть-чуть, ребят. Охренеть! 12 раундов подряд. Вот каждый раз... Я вот думаю и думаю, когда же мы сольем? Так, вот когда мы сольем, тогда я... Ну да, и посмотрите, как он тащит. Вообще троих убил. Ну что, сольем сейчас. Раундов подряд, мать. Молодец, Карл. Тащи, 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 World. World, тащи. Тащи, World. А, ну нет, но Нейм всех убил, блин, гадина. Есть! Он его слил! Есть! Есть еще шанс на 13 раунд. Да. Осталось только Владимира убить. Ты сможешь, Карл. Ты сможешь это сделать, давай. Давай, ты сможешь. О, слей его! Слей! Слей! Есть! 13 раунд подряд, да, мы тащим 32-67, ребят, охренеть. Мы все еще тащим. Вы не поверите, но мы все еще тащим. Это охрененно, ребятки. Но мы сольем. Мы точно сольем когда-то. Это не бесконечно будет все-таки. Охренеть. А, нифига, тройной хедшот. Как вам, ребят? Жаль, одного убил. Охренеть. Охренеть. Других слов нет. Тройной хедшот. Вы когда-нибудь видели, ребят? Тройной хедшот. Просто охренеть. Да уж. Все. Так. Это 14-й раунд, который мы тащим. Вот думаю, блин, в какой-то раунд, может даже и в этот, мы сольем. Я закончу этот данный видеоролик. Потому что пока что мы не сольем, я не закончу. А мы сольем точно. Так. Так, идем сюда. Идем сюда. Окей. Нифига вас! Пошли вы в жопу нафиг. Ну все, слили, наверное. Нет, еще не слили, еще есть шанс на победу, да. Но, думаю, у нас ничего не получится. Карл есть. А, да, все есть. Тащи, 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 тащи! Нет, уже не затащим, наверное. Но вы сможете, ребята. Карл не... Чел! Есть! Молодец! Бомба!
14 раунд подряд мы побеждаем. Или какой уже, 15-й? 15 раунд мы побеждаем. Охренеть. Только мы сольем, сразу я закончу. Офигеть, 15 раунд. Охренеть. Честно, охренеть. Впервые так, когда команда убила, никогда не могла выиграть. И 15 раундов подряд она выигрывает. Почему я оттуда ушел? ПП. Пошли дальше. Мы тут ранили. Сидел уже, хотел меня убить. Ай-яй-яй. Круто. Молодцы, команда. Да, я разминирую, я хочу. Молодцы, 16 раунд подряд мы тащим. Впервые, ребят. 16 раунд подряд мы тащим. Охренеть! Впервые, наверное, на Ютубе. Да, ладно, как на Ютубе. Нет, не на Ютубе точно. Впервые вообще в Counter-Strike 1.6. Нет, наверное, не в Counter-Strike 1.6. Впервые за сегодня на этом... Нет, впервые на этом сервере... Кто-то тащит 16 раундов подряд. Побежали. Опа! Опа! Выбежали. 17 раундов подряд мы тащим. Не странно ли, нет? Магия какая-то. Охренеть. В общем, самое главное, что мы должны отыграться, понимаете? Как только мы отыграемся, это будет вообще охрененная, конечно, хрень. Да. Так. Выбегаем. Такие, ничего не думаем. Так. Хоп, просто разыгрались, ребята. Наконец-то. За всю игру. Так. Бомбу ставят, видать, уже. Да, я разминирую. Я уже разминирую. Ребята. 18 раунд подряд. 18 раунд подряд мы тащим. Охренеть. Впервые такое, ребята. Да уж. Так, ой, что это? Я не запутался. О. Интересно, мы до 20 вообще дотянем, нет? Как только мы сольем, мы закончим игру. Вот так вот. Оу-оу-оу! Ха-ха-ха! Двоих убил с ножа, охренеть! Я вообще не ожидал, что у меня получилось. Не поверите, но у меня получилось. Двоих с ножа. Он стрелял и не попал в меня. Охренеть! Как это было весело! Я думал, блин, сейчас солью, офигеть! А нет, он меня не попал, видать? О, сразу бомба уже. Владимир кого-то там убил и бомбу скинул. Охренеть. Нифига! Это АИМ, чувак. Это АИМ. Это читы. Это читы, так нереально играть. 3 хп. Тащите его нафиг. Карл, молодец, тащи. Молодцы, тащите. 19 раундов подряд мы выиграли. 20 раундов подряд. Ребят, 20 уже. Уже 20. 20 раундов подряд мы тащим. Охренеть. Ну когда-то, видите, там конец должен настать. Так,
Так, ну самое главное осталось чуть-чуть, чтобы закончить эту игру. Так. Они пошли опять ставить бомбу. Офигеть. Сейчас это... Нифига, у меня вот это... Блин, молодец. Пытаются. Все равно пытаются выиграть. И уже будет 21-й, наверное, раунд. Или нонейм всех убьет. Почему-то я так не думаю. Хотя нет! Один на один! Да. Давай. Пожалуйста. Ну убей его! И тут мы слили! И вот мы проиграли, и это конец. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сурков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока!